Алийский сет. Поскольку наша программа в рамках, как мы знаем, абонемента песни Северного моря содержит песни на всяких языках, я вот посчитала, в сегодняшней программе у нас 4 языка. Английский, ирландский, шотландский, гельский и валийский. И вот сейчас будет очень философская песня на валийском языке, она называется «Два коня» Эдвайварх, где лирический герой ходит по холмам Уэльса и внезапно встречает двух коней, чьи речи непонятные и ведомо. И там один конь старый, другой молодой, и они беседуют о смысле жизни. Как это обычно. Да. Говорил, что жизнь такое, но мы говорим, что это будет.